Всем привет, ребята, меня зовут Кирилл, и вы на канале Красат. Сегодня у нас реакция очередная на трек. Сегодня мы будем реагировать на трек, называется он Жиши, ну просто файл называется Жиши, а так я не знаю, как он называется. Сегодня мы с вами вот с этими прекрасными наушничками, значит, подслушаем этот трек, одеваем их. А перед началом этого видео я хочу сказать, чтобы вы подписались на мой канал и на мой телеграм-канал. Я его не слушал, честно, не слушал, вообще не слышал. А вот, я его только что скачал, я даже не стал перед видео этим слушать, чтобы была какая-то реакция все-таки вживую, живые эмоции. Вот, ну, давайте начнем. Это не клип, это просто аудиодорожка. Просто будем сидеть и слушать музон. Погнали! Дань, ну это Казахстан Most Wanted Deluxe Edition. Не знаю, что сказать, привыкайте. Бля. Ладно. Двери Силяева, я думал, он узбек. Кинул ему флешку, въебало. Это флешбэк, думал, он нормальный парень, но он обычный стратег. Ему назначили стрелу, но пришел Айбек или Алибек. Бля, я уже запутался, его ждали на улице, но он дома закрутился, сделал навал Чирончика и убился. У него диарея, но он дома лечился. На уроке казахского не учился. Все, что мог сказать учителю, что я не ботан. Украду все твои бабки и уеду в Нур-Султан. Я не скален, но на мне сейчас большой тюрбан. Сразу хочу сказать, почему нет рифмы. Вначале какая-то рифма была, а в конце уже что-то пошло не так, что-то пошло не туда. Но сейчас послушаем дальше, я скажу полную оценку. Песня-то короткая, кстати. Его имя Растаман, убил его кента, это был простой щелбан. Заработал эти бабки, но я даже не джиган. Не думаю о строчках, в моей голове туман. Я двигателяю, пью я полный уебан. Закурил сейчас Чирончик, заменяет мне блант. Я живу в Казахстане, бля, да я мутант. Храню гандон при цели, мой дед был сержант. Перепутал бонг и взял, блядь, курант. У меня болит животик, да я симулянт. Свалил срок казахского, это талант. Я слабый как секс, но я доминант. И все. Как бы, что могу сказать? Вот что могу сказать? Маты. В принципе, записано, звук качественный и сама музыка качественная. Но единственное, что во многих каких-то строчках нету рифмы. Я даю оценку из 10, ну, наверное, оценку 7. Сори, если обидел как-то, но 7 тоже хорошо. У меня в телеграм-канале моем кто-то еще скинул один трек послушать. А, у меня была реакция на моем стриме на этот трек. Вот. Goodest Checklist. Вот. Сейчас. Но я уже не помню. Этот стрим был давно. Сейчас мы поищем. Слушаем. Прыгай ко мне в тачку, моя сука бич. Я разнимаю тёлок, я готова бомбить. Твое время вышло, Аня, можешь бить. Если силы кончились, ты можешь просто ныть. Убегай скорее, это безопасно. Валюты на дорогах валяются без ясно. Очень много дыма, боксы испарятся. Ты можешь петь дальше, если не бояться. Мы уходим. Могу сразу сказать, что это мне напомнило треки Инстасамки. И сразу могу сказать, что здесь что-то есть, но слышно сразу, что записано не на, ну, микрофон, как я обычно записываю. Ну а так текст раздуман.
Да, тоже как бы для любителей. Вот, давайте слушать дальше. Ходим на забив, оставляя базу, но без... А, вот, что я забыл сказать. Мне кажется, это было записано просто как... ну, когда я включаю ТикТок и начинаю петь для вас. Без всяких этих заморочек. Вот. Слушаем дальше. Пули автомата будет разногласно. Моя аудитория любит больше масла. Но ты так дрожишь, будто тебе страшно. Еще могу сделать, могу маленькое замечание сделать. Я, конечно, не супер-пупер музыкант, но все же у меня слух есть и хороший причем. Могу сказать сразу, что сделал такое маленькое замечание по поводу того, чтобы попадать в бит. Вот. Потому что музыка и слова что-то отстают как-то немножечко. Я влетаю в дом и займу почетный трон, и за это все расплатится лишь он. Новый чек-лист занимает топ-1. Наш с тобой совместный трек будет слушать весь мир. Мы напьемся тогда дна, будет туса до утра. Если сходу не хотела, ведь ты давно одна. Разливаю башмаки того самого пивка. Мы уходим навсегда от этого дерьма. Отойди туда, тебя вырвет раза два. Не пойдем больше туда, если только без вина. Ты потухнешь как свеча, виновата буду я. Не хочу быть только я, ты ответишь за слова. Ты ответишь за слова. Я еще не весь прослушал, но хочу дать сразу такую тоже, ну не замечание, просто сказать, вот, просто сказать, что сразу, что девушка, молодец. Я желаю успехов в дальнейших ее треках, записывать, потому что у нее есть потенциал. Ну, серьезно, у нее есть потенциал. Но эта песня была слышно записана так. Любительски. А вот такой вот трек. У нее, кстати, есть внизу в описании. Зря она это сделала. Добавила текст. Вот. Эти два трека были здесь. Надеюсь, вам было интересно. Вы ждали этого видео. Это я точно знаю, потому что меня спрашивали, когда реакция на треки? Когда реакция на треки? И она случилась. Вообще, у меня, я думал, я сниму одну реакцию на трек на один джиши. А этот я уже как бы смотрел, но я правда не помню, что там было. Если вы не хотите пропустить что-то новое, то подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в котором будет в описании. Вот такое видео вышло, ребята. Если вам понравилось оно, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, как вам треки. Вот. Ну и не забывайте меня. Всех люблю, целую. Всем пока.